который раз героями наших сюжетов становятся собаки. Но сегодня мы расскажем не о нападениях и опасности, исходящей от братьев наших меньших, а о помощи и поддержке, которая им нужна. Дарья Белева побывала на ярмарке бездомных животных и узнала о непростой судьбе некоторых из них. Все эти животные в поисках не просто хозяина, а настоящей семьи. Кого-то выгнали на улицу, кто-то пострадал от прошлых владельцев. Но каждый из них не теряет надежду найти своего человека. Это молодой пес, ему около года. Мы его назвали Добби. Он тоже прошел уже отлов, тоже в поисках семьи, он еще вырастет. Он еще дурашка, он еще... молодой. У всех собак же есть какой-то свой характер, какие-то свои повадки. Вот какие у Добби, например? Он очень добрый. Эта собачка в отлов попала. Ну, вот у нее пока имени нет. Потому что собачек очень много, да, и всем как бы имена придумать мне это нереально. Вообще спокойно подойдет для охраны и на цепь, возможно, и в вольер. Ну, это звоночек. Звонок, хорошая, добрая собачка. От этого можно в квартиру, парня. Есть собаки, которые, может быть, травмированы? Конечно, у нас, ну вот, допустим, собачка у нас без глазика, девочка. Она получила травму, по-моему, покусала собака, другая большая. И вылечили, в общем, потом она каким-то образом оказалась на улице, но лечили не мы. Нашелся хозяин предыдущий, но в итоге отказались от нее, не хотят забирать теперь с отлова, и девочку мы пристраиваем сами. Отловлена она была на территории города. Ну, видите, что у нее имеется вот шрам от проведенной операции, да, и что она стерилизована, кастрирована. В настоящий момент она, получается, участвует в акции «Найди себе хозяина» или «Найди себе собаку». На сегодняшней акции сколько собачек? Ну, сейчас пока здесь на данный момент было 18, сейчас осталось 13. И сейчас еще вот едут новые собаки. Содержание собаки – это такая же ответственность, как и дети, потому что ведь, содержа правильно собаку, мы обеспечиваем безопасность других граждан. Во время выставки каждый посетитель может познакомиться с животным и взять домой насовсем, либо только на летний период. Вообще хорошо. Вот у нас была собака, потерялась. Угу. Решили новую взять. Да, я увидела, вообще хорошо. Камера работает. Работает. Животные все-таки нуждаются... ну, в тепле и ласке, в друге, в человеке. Следующую ярмарку мы планируем организовать в парке Орешково недели через 3. Поэтому призываем граждан участвовать. Все собаки стерилизованы, беркованы и готовы найти своих новых хозяев. Если вы хотите приобрести себе нового друга, то участвуйте в ярмарке. Сегодня в приютах содержится более 1000 отловленных животных. Выбрать себе питомца и узнать подробную информацию можно по телефонам на экране. Дарья Белева, Жаргал Эрденеев, телекомпания АТВ.